Здравствуйте! Вас приветствует канал Ренбулум ТВ. И сегодня в нашем видео я покажу, как сплести вот такой вот браслет-дорожка на обычной вилке. А также на нашем канале продолжается еженедельный розыгрыш наборов Ренбулум среди подписчиков канала. Для участия вам нужно просто быть подписчиком нашего канала и оставлять комментарии под нашими видео с пометкой «Конкурс». В тексте комментария нужно написать свое имя и текст. Я участвую в конкурсе от Ренбулум ТВ. Победителя определяем каждую субботу, выбирая случайный комментарий под нашими видео с пометкой «Конкурс». Всем удачи! Итак, приступим. Для нашей дорожки нам понадобится вилка, резиночки черного цвета, резиночки белого цвета и наш крючок. На один зубчик мы делаем с одной резиночки 3 оборота. Раз, два, три. Теперь одеваем 2 резиночки черного цвета на первый зубчик и на последний зубчик. С одной стороны, с другой. И так же самое, еще одну резиночку и белую резиночку надеваем. Теперь берем крючком, поддеваем все 3 резиночки, которые на зубчике у нас, и снимаем на серединку. Вот так вот. Теперь одеваем резиночку черного цвета. Также средние зубчики мы пропускаем. Вводим крючок под вторую резиночку белого цвета и захватываем нижнюю резиночку и отпускаем в серединку. С одной и с другой стороны также повторяем. Вот так вот. Теперь одеваем белую резиночку также на 2 зубчика. Вводим крючок под вторую резинку и захватываем третью резинку белую. И в серединочку. И отсюда начинается наша последовательность, которая продлится до конца нашего браслета. Мы берем черную резинку, одеваем на столбики, вводим крючок под вторую, вытягиваем четвертую. Черные резинки, когда мы одеваем сверху, мы вытягиваем снизу черные резинки, четвертые. А когда белые резиночки, вот мы одели белую резиночку, так, сейчас вводим крючок под черную резинку и вытягиваем белую третью резиночку. Вот такая вот наша последовательность до конца нашего браслета. Теперь черную. Так вот. Опять вводим крючок под вторую и захватываем четвертую и в серединку. Опять под вторую. Захватываем четвертую и в серединку. И вот так вот. Такой вот у нас браслетик получается, наша дорожка. Такая. Итак, мы сплели наш браслет до конца, до нужной нам длины. Вот такой вот у нас он получился, такая вот дорожка. И теперь мы будем его заканчивать. Вот у нас на вилочке на нашей 3 резинки. Мы снимаем последнюю резиночку в серединку. Вот так вот. 2 резиночки мы одеваем на соседний столбик, который мы плели. Так. Оттягиваем, захватываем резиночкой и одеваем на 4 столбика сразу, 4 зубчика. Берем клипсу и одеваем клипсу в резиночки. Вот так вот. Захватили, одели и снимаем. Ищем последнюю резиночку, вот она у нас. Или первая резиночка. Так вот. И вот такой вот браслет дорожка у нас получился.
Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, комментируйте наши видео и принимайте участие в нашем конкурсе.